Днем ангела, дорогие именинники! Невзгоды закаляют человека. Тяжелые обстоятельства жизни делают человека сильным, конечно, могут озлобить и сокрушить его, но именно в трудностях происходит как раз закалка настоящих рабов Божиих. Есть такие стихи: «Так тяжкий млад, круша стекло, кует булат». Сегодня мы расскажем о человеке, который, будучи епископом, прожил жизнь в постоянных лишениях и скорбях. Звать его Иннокентий, что в переводе значит «невинный». Святой Иннокентий Иркутский, сибирский чудотворец, родился в семье дворян кульчицких. Поступил в Киевскую духовную академию, вскоре был пострижен в монашество, рукоположен в иеромонаха, был инспектором нескольких семинарий, а впоследствии его направили в Китай в духовную миссию. Нужно сказать, что в 18-19 веке русская церковь старалась делать то, что в ее силах, для миссионерства среди нехристианских народов Востока. И вот в Китай для проповеди Евангелия Иннокентий поехал с духовной миссией. Однако, с одной стороны, по недосмотру правительства, с другой стороны, по упертости китайских властей, с третьей стороны, по неким проискам архимандрита Антония, такой там был на китайской границе, который почему-то не взлюбил Иннокентия, в Китай его не пустили. Так он и остался на границе с Китаем в обширных новых для себя местах, где была образована епархия Иркутская и Нерчинская. Трудно представить себе всю ту сумму сложностей и тяжестей, которые поднял на свои плечи этот человек. Ему пришлось жить среди нехристианского и нерусского населения. Буряты, китайцы, монголы и множество других мелких народностей окружали его. Бездорожье, бедность, отсутствие духовных школ, отсутствие духовенства грамотного, которое помогало бы ему в святительских трудах, это и многое другое отягощало жизнь Иннокентия. По странному недосмотру он не получал ни копейки денег от сената, хотя должен был, как епископ, пользоваться ежегодным довольно большим жалованием, и вся жизнь его протекала в непрестанных лишениях и скорбях. Если бы не могучая вера в Бога и подвижнический дух Иннокентия, то, конечно же, бы епархия так и осталось бы дремучий, темный и непросвещенный. Но Иннокентий умудрялся строить школы для монголов, русских, бурятов. На их языке они учились там грамоте и закону Божьему. Он строил монастыри и храмы. Каким-то дивным, непостижимым образом он проповедовал, обращал к Христовой вере людей иных национальностей, изучал для этого языки, был настоящим миссионером. 50 лет в общей сложности прожил на земле Иннокентий и, не отличаясь крепким здоровьем, был, в конце концов, подломлен и духовными трудами, и тяжестью климата, несвойственного его малороссийской натуре. Отошедший ко Господу, Иннокентий стал заступником для сибирской земли и новопросвещенной паствы. Люди почувствовали помощь во время засух, во время эпидемий, болезней, и впоследствии мощи его были обретены и открыты, и он причислен к лику святых. Обычно жизнь епископов связана с почетом, уважением, с некой пышностью. Иннокентий всего этого был напрочь лишен, но не за грехи, поскольку и по жизни, и по имени он был невинен. Именно «невинный» означает слово «Иннокентий». Все это было промыслом Божьим для того, чтобы закалить и воспитать своего великого подвижника. Мы поздравляем тех, кто носит это святое имя, а вместе с Иннокентиями поздравляем с Днем Ангела Алипия, Георгия и Якова. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.